Как стало известно, информационное агентство Prime Crime, попытка Шакро использовать инцидент с Квежевичем для наезда на Гули привела к обратному результату. Вместо ослабления авторитета, ради которого, как минимум, затеивалась вся интрига, и втягивания его в войну, Гули только набрал очков, нейтрализовал по-воровски главных видимых оппонентов и как никогда близок к тому, чтобы объединиться кланами с Миробом. Такой альянс снова сделал бы воровской мир единым, по крайней мере, объединил бы Сухум ЦЕФ и оставил Шакро вне игры. Все усилия Бадри, Чит, Шакро, последних 12 дней настроить массу воров против Гули так ни к чему и не привели. Не получилось даже собраться, чтобы вынести хоть какое-то решение. 3 сентября Бадри не пустили в Израиль, который использовался как запасной аэродром, и депортировали как нежелательную персону.